Всем здравствуйте, друзья, гости и подписчики моего канала. Я рад вас приветствовать на своем канале «Ультиматум жизни». И сегодня я нахожусь в этом чудесном сосновом бору. Сзади меня молодые сосны, березы. И я буду готовить зеленые блины. Блины из крапивы. Сейчас на улице минус 15 градусов. Но солнце уже греет хорошо. И пришло время почувствовать весну. Приготовить чудесные крапивные блинчики. Итак, друзья, рецепт моих блинов будет очень простым. Нам понадобится пшеничная мука. Нам понадобится 2 яйца. Нам понадобится крапивная мука. У меня на канале есть обзор, как я изготавливаю крапивную муку. Нам понадобится растительное масло. Нам понадобится вода. Нам понадобится соль и сахар. Вот и все, что нам нужно для наших весенних вкусных блинов. Как всегда, когда иду в лес, я всегда в карман, куртку, ложу свою сковородку. Вот моя сковородочка, которая не раз меня выручала. Ну что, погнали готовить блины? Мой метод приготовления блинов в лесу остается неизменен. Я готовлю блины в бутылке. Могу использовать как металлическую бутылку, так в этот раз я буду использовать пластиковую бутылку. Для того, чтобы было видно наглядно, каким будут цветом блины. А зеленые блины, это, согласитесь, редкость. Итак, сковородочку я разогрел, сейчас проверим. О, отлично. Добавим чуть-чуть масла. Ну, теперь наступает самый ответственный момент. Говорят, первый блин всегда кома, мы постараемся так не делать. Что бы хотелось, друзья, отметить, то что все-таки на морозе блины готовить трудно. Получается, дно перегревается, а верх блина остывает. Да, первый блин чуть-чуть комом, тем не менее, он зеленый. Очень теплый, прикольный такой. Ну что, друзья, вот что у меня получилось. Вот такие блины. Какие недостатки. Я вот всегда рассказываю о своих ошибках, о своих недостатках. Ну, для того, чтобы вы понимали, что пошло не так. Чтобы я мог в дальнейшем это все исправить. Ну и чтобы, если вы захотите это повторить, вы же уже сразу не делали этих ошибок. Первое, все-таки готовить на горелке блины сложно. Она греет посередине сковородку, да, пламя, а по краям не так, поэтому середина пригорает. Это я уже знаю давно, так как это у меня печка уже 6 лет, и блины вот чисто на углях, на костре получаются куда лучше, чем на этой горелке. Поэтому центр пригоревший. В остальном задумка, идея реализована. Блины действительно зеленые, действительно классные. Конечно, крапива она понизила, так сказать, содержание глютена, клейковины в муке, поэтому они стали более ломкие, рвутся, но тем не менее это нормальные блины, которые сладкие, вкусные. Вот такие крапивные блины у меня получились. То есть состав мука, яйцо, крапива, соль, сахар и масло. И вот что мы на выходе имеем.
Вот такой он зеленый, отличный блин. Заварил свежего чая. Знаете, вот со свежим чаем на природе никогда ничего не сравнится. И все это с крапивным зеленым блином. Надеюсь, вам мой эксперимент с зелеными блинами понравился. Всем, друзья, здоровья, радости, удачи. До встречи на моем канале. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Пока.